Михаил, пойдем. Hello, I'm just a проводник, I'm doing it. What? I don't understand. Me too, guys, please don't shoot, please don't shoot. I need a... проводник. Пожалуйста, челики, не надо. Чат, убиваем их или оставляем живых? Плюсы и минусы в чат, быстро. Плюс оставляем живых, минус убиваем. Так, палец вверх, палец вниз. Да, это челок. Нихао, паньо! Нихао, нихао, you from China? Нет, не China, братанчик. I'm from Tarkov. А вы говорите, у меня плохое произношение, нихао, паньо. Царюха, ну-ка зацени, блядь. Зацени, как я произнес... С правильным акцентом сказал. В комментариях опять скажу, блядь, обманул. Надо было сказать ему, что ты не китаец. Понятно. Там еще один. Эй, ребятишки! Ты, блядь, прикалываешься надо мной, что ли? Кажется, это ваша. Сколько ты выдержал попаданий, чел? Ой, кто-то еще есть, кажется. Мне показалось, я слышал какой-то ширк. Ладно, допустим. Для сколько дробовиков? Сайга вон, ну правда убитая в хлам. Селик. Четвертый класс брони. А по что она отскочила, блядь? Нихао, паньо.
Дверь закрыл. Сильный геймер. Как его Грена не убила там? Нихао, паньо! Что это такое за оружие у него? Еще вроде третий должен быть. Нет? Двое было. Попались. Так, надо догонять тех, кто к медичке уже ушел. Или наша 12? На плохих патронах. Ай-яй-яй. А, это аук у него был. Что-то я его не признал. А куда ты пошел? Да подожди. Чел, ну... Хотите сказать, я не ранил его? Запрыгнул на первый этаж, походу, кто-то в туалет. Да, кажется, да. Граната! Минус один. И один на первом этаже в туалете, вот тут должен быть. Выбежал на улицу. Ну за паркур. ПВЕ, как оно правильно? ПВЕП оно называется. То есть как в Таркове. Ты и против ботов, и против других игроков. ПВЕП, такой жанр называется. Блять, крыса! Ты чё там, бля, вообще, тупырь?
Блин, заткнись, чел, пожалуйста. Откуда он взялся на втором этаже? Ноль звука же было. Звуки только в DLC, понял. Гамару, здорово. Не, если бы было DLC со звуками, я бы купил. О, коллега с винторезом. Патрончики, я надеюсь, он мне принес, потому что у меня почти кончились. Металл. Металло спускается с Сэмкой. Герасия, пацан готов. Граната тут. Видите, это осколок сюда прилетел. Гранаток нету больше ни хрена. Сучка. Убежать решил. Он уже там. Он реально убежать решил. Паркурь. Паркур, блядь! Ох, пипец. Мне кажется, они сломали паркур. Вон он, блядь, ебашу! С одним из последних патчей. Так, ну его тут еще не было. Еще вот там может быть выход. Но вроде прожектор не горит, я не знаю. Там глушителя. Какое время энергия закончилась? Да это он, чат. Прочитан. Это корунт. Это всего лишь корунт у него. Столько впитывает. Не, винторезы что-то прям жестко вообще подрезали. Не такие плохие теперь. Но челлендж выполнен. Это что, он меченку подлутал еще плюс ко всему? А, ну он же бегал на третьем этаже, точно. Он реально меченку мог там пролутать. Опа.
Он меня слышал, интересно? Кто-то наверху еще есть над нами, походу. Ой, их двое все-таки. Так, ребятишки. Или это они мне бросают гранаты? Да ёп! Чел наверху ходит, видели? Михау, паню! Hello, I'm just a проводник, I'm doing what? I don't come from. Hello? Михау, паню! I'm on second floor. I don't come from. Me too, guys. Please don't shoot. Please don't shoot. I need проводник. Пожалуйста, челики, не надо. Guys, please no. Please no. Okay. We must survive all locations. Okay. We need проводник. Чат, убиваем их или оставляем живых? Плюсы, минусы в чат, быстро. Плюс оставляем живых, минус убиваем. Как палец вверх, палец вниз. Вон он стоит. Так, а это где жулик тут сидел? Какой-то. С Ахамсом, ёшкин кот. С тепловизором. Серьезный. А, и карманы расширенные. Понятно. Зря похвалил. Они должны познать боль Таркова. Что они забыли в онлайн Таркове? На выходе тебя и завалят. Кидают по 10 косноса и живут. Ha ha ha.
Все. А вот второму сделаем геймплей. Вот пусть теперь учится выживать в Тарко. Так, ну что, пойдем до этих сбегаем. Может, там боссы сидят. Вот, вот у второго теперь будет незабываемый опыт и геймплей. Он будет рассказывать. Блин, мы там сидели с чуваком. Нас кто-то окружил там, блин. Начал закидывать гранатами. Тиммейта убили, я выживал. Вот пусть, вот пусть он это прочувствует. А вот это вот там давай, типа, дружить. На, это такое. Надо, чтобы он постарался выжить. Иначе он не научится играть в эту игру. И если вам понравилось видео, не забывайте подписаться на канал, оставить какой-то комментарий для продвижения и почаще заглядывайте к нам на стримы.